совхоз как бы, отец у меня тут секретарем парткома работал, я вот такой маленький бегал, они тут народу вот это, три как бы деревни, это Тавра, Сарсы и Мазель как бы, татарская, русская и мариская, как бы у нас симбиоз такой, ну как бы, ну, коммунисты тоже как бы правильно подходили у них, чтобы это не было таких этих, они, как Екатерина, дробили и чтобы не воевали. Такой этот как толерантно жили как бы. Ну, все у нас, отец у меня всех как бы почитал. Всех и татары, и русские у нас, как бы, ну, всегда. Хотя сам Борис был. Покажите еще раз, да, говорю. А это знамена, вот это они, которые как бы заработали. Где тут написано? А вот 50-летие. Второй тоже такой батлер. Много его мне как бы стараются выкупить, эти большие деньги дают. Я говорю, нет. Чем другим торговать, говорю, но родина не торгует. Поэтому даже вон эти датчики слежения поставлены. Как бы на этот. Ну, то есть сразу на телефон как бы приходит этот. Кто-то, допустим, сюда зашел там или в коридоре там внизу, как бы такие. Сразу смс приходит. Посторонний там-то, тот-то, там-то. Два раза срабатывало, воров ловили. А вот поэтому это как бы раритет тот, который заслужили, заработали наши отцы, деды, как бы, матери. Поэтому вот как бы воспитан советским духом. То есть. Расскажите, как фермерское хозяйство получилось? Что с этим? Как бы, ну, то, что как бы все было при советском, очень как бы тоже был каюсь, когда советскую власть очень сильно хаял, потому что бардак был до того, как бы, когда молодой был, с отцом мы там чуть ли отец коммунист. Хотя нас раскулачили, он коммунист, я говорю, потом, ну, он мне враг советской власти, я его шла к производству. Ну, такие у нас полемики были такие. Я говорю, кому ты нужен, ну ладно, ты всю жизнь проработал, ладно, уважаемый человек, говорю, а дальше-то что, ну что нам, не вырежете. И вот, и когда вот в 90-х я, как бы, мне заставил выучиться, я вот технику, которую я закончил, на механика, пошел в совхоз Ставринский, вот тот рядом, который проработал где-то 3 года, ну вот этот весь бардак меня, ну, безхозяйственность вот это как бы, я тогда думал, что это сильно безхозяйственно. Сейчас вот новое такое что создадим, что все красиво, все чики-чики было. И как бы, ну, вижу, что ничего, никак с этим не поборешься. Как бы, и в 93-м году, в 4-м году я как бы написал заявление директора. Я говорю, я все, меня как этот, из уважения к отцу, меня сразу на высокую должность поставили, там, совхозмаждором, молодого еще пацана. Вот с этой должности я говорю, не буду я работать, я говорю, все. Он мне 3 раза заявлял, я говорю, не буду, все, я говорю, Юрий Петрович, я не хочу, я говорю, душа не лежит, я лучше сам как-то. Вот оттуда, отец против, мать против, жена против. Куда ты, типа, с подводной лодки? Я говорю, ну, я же не алкаш, я говорю, я все равно выжил, выплывал. Все, магазином занялся, потом поднялся, машину купил, потом КамАЗ купил, как бы оптовые поставки делал. И в 98-м году, помните, наверное, этот такой у нас дефолтный год, когда я всех, ну, как бы, жил хорошо, как бы, уже достаточно по югам ездил, на юг уехал. Как помню. В августе, как это все случилось. Да, в августе, когда 13-го как бы уехал, а там боевые сводки слушал по ранее. Доллар был, ну, 6 рублей, нормально все. Боевые сводки. Доллар 13, доллар 17, доллар 23, доллар 27. А я весь товар раздал по магазинам. Его как смели, он все там, всю мебель же как раз. И вот когда смели... Магазин был мебельный, да? Нет, это товары, хостелы. Это хостелы. Ну, электротовары, холодильники, вот это все. Как раз то, что все сметали. Да, да, я вот когда по магазинам раздал,
И как бы уехал. Думаю, сейчас приеду, деньги соберу. Как бы, ну, оптовый, как бы, оптом отдавал холодильник. Приехал, что, 3 миллиона на руках деревяшки. Я просто. Ну, давно мечтал так-то в сельское хозяйство идти. Репу почесал. Так, что же осталось-то по старой цене-то? По 6 рублей-то за доллар. Ну, жалко ведь, как бы, деньги. Так, квартиры остались. Ага, квартиры, они как бы еще как бы не поднялись. Поехал в Казань покупать четырехкомнатную квартиру. И там у меня сестра тоже. Потом здесь стал покупать эти трактора еще никак бы. Ну, трактора-то никому не нужны. Сельское хозяйство в дерьме было. Трактора вот как МТЗ-шки были 60 тысяч. То есть остались 10 тысяч долларов. Ну, по 6 рублей. Я их купил, 4 штуки там. Потом еще ДТ купил. Ну, как бы. И вот оттуда у меня родилось как. Мечтал-то я давно в сельское хозяйство идти. И вот так вот. Такая вот ситуация получилась. И приехал сюда, выкупил сгоревшее хранилище, взял 10 гектар земли и начал тихонько вот это, как бы, крестьянское хозяйство с 98-го года, как бы, в 2000-м уже основательно, как бы, этот, закрепился, уже официально сделал крестьянское хозяйство, уже 2 года так пока, 10 гектар там, как ОПХ. И вот, как приехал, когда вот сейчас поедем, часовню, которую первую, в 2000 году ее как бы позвал, хотя сам не крещеный, позвал через директора молзавода, у меня на хорошие отношения были. Я говорю, найди ко мне, говорю, этого такого человека, который как бы, ну, батюшку, который, ну, не богохульник, а который действительно как бы как проводник между Богом и людьми. Это потом вырежьте, конечно, но церковь это та же коммерческая организация, как бы сильно-то, ну, она как сплачивающая, объединяющая, а в принципе-то она как бы является, ну, коммерческой организацией, там выдаем денег нет, то есть это как бы, можно коммунистов, может, из-за этого можно и понять, из-за революции, это уже перебор как бы идет, когда уже все вот это. А так, духовно она как бы, она правильно делает.